Привет, красавчик. Привет. Джонни дома. Он сказал, что ждет тебя за обедом у Фредди. Ясно. Жалко, ты дрых, когда я пришла. А то поиграли бы. Может, другой раз, котик. Пока. Это было нечто. Твою мать, дура баба! Но а я... ну вернись! Кто тебя за руль пустил? Не умеешь водить, сиди дома! Эй, это не девушка ли Джо вон там? Ну, одна из них. Ты мою машину разбила? Я разобью твою! Посмотри на мою тачку! Ну ты мне за это заплатишь! Оставьте меня! Ты никуда не пойдешь, пока не заплатишь! Помогите! Кто-нибудь! Он псих! Эй, мужик, усохни! А ты вообще кто такой? Сторонник вежливого обращения с женщинами. Так что давай, заткнись и отвали, пока я в хорошем настроении. Она что, твоя девка, что ли? Ну так ты за нее тогда и плати! Еще слово, и будешь зубы вставлять комплектом. А теперь нахрен отсюда! Я предупреждал. Спасибо, красавчик. За мной должок. Зайдешь ко мне в гости на пирожок? Да, спасибо, но... Слушай, мне надо идти. Тебе понравится, обещаю. Ну, я тогда поеду. До встречи. Привет, парни. Хай!
Так, Вита, это Лука Гурино. Он хочет поболтать с тобой, Джо. Лука, это Вита. Очень приятно, мистер Гурино. Оставим формальности. Зови меня Лука. Садись, Вита. Что вам принести? То же, что и мне, и побыстрее. Слыхал про ваш междусобойчик с ирландцами. Анекдот. Поздравляю вас обоих с отличной работой. Салют. А салют. Вы просто молодцы, ребята. Почти у всех кишка тонка для такой работы. Так что... готовы ли вы сделать следующий шаг? Да, конечно. Какой шаг? Я говорю о том, чтобы убрать кое-кого. Просто потому, что на него показали пальцем. Я воевал, мистер Гурино. Я только и делал, что убивал, кого прикажут. На кого указал пальцем президент. Хорошо, президент, мне нравится. Да, но ты... ты говоришь про фрицев, верно? Ну, знаешь, плохих парней. Я не это имел в виду. Понимаешь? Да, я понимаю. Хорошо. Нам нужны такие люди, которые умеют выполнять приказы без вопросов. Если справитесь со следующей работой, как с этой, есть неплохой шанс, что вас примут в семью. После вступительных взносов, конечно. И сколько это? 5000 сносов. Это ж охренеть сколько! Эй, никто не говорил, что это дешево. Но поверь мне, оно того стоит. Ладно, вам решать в итоге. Генри ведет вас в курс дела. Увидимся позже, вот парни. Вот ты где. Да, босс? Ты уже сделал, что я тебе говорил? Да-да, все под контролем. Ты Генри... в прошлый раз так говорил. Не подведи меня снова. Босс, я... Слить! Пошли со мной. О других делах поговорим. Так что за работа, Генри? Рассказывай. Нужно убрать кое-кого. Это мой заказ, но мне нужна помощь. И это ваша работа. И кто везунчик? Один журдяй с того берега. Его предупреждали, но он думает, что неуязвим. Хм. А это как? Ну, его уже как-то пытались убрать. И? Скажем так, его слегка недооценили. Насколько слегка? Фатально. Это ты хочешь сказать, что убили их, да? Эй, они облажались. Мы справимся. Я снял квартиру через улицу от его заведения. Засядем там, дождемся, пока он заявится, и бум! Завалим его. И как завалим? Из МГ-42. А где мы достанем МГ-42? Гарри! Да. Он ветеран, как и ты. У него свой оружейный магазин в Кингстоне. Достанет что угодно, от пугача до базуки. И никакое драное разрешение не спросят. Ладно, мы с Джо поедем на квартиру, а ты заберешь пулемет у Гарри в Кингстоне. Все оплачено. Просто скажи, что ты от меня. Потом встречаемся в квартире. Сент-Айленд. Дом напротив спиртзавода. Квартира 233. Окей, квартира 233. Скоро увидимся, парни. Ну, до встречи. Удачи, кореш.
Пока, приятель. Меня прислал Генри Томасино за своим заказом. Ладно, заходи.
Привет. Так значит, это про тебя Генри говорил, а? Ага. Добро его у тебя. Да, вот любуйся. МГ-42. Сделано в Германии. Мы его звали циркулярка Гитлера. Красавец. 25 фунтов. Калибр 7,92. 1200 пуль в минуту. Самый быстрый в мире. Лента на 250 патронов. 3/4 мили прицельной стрельбы. Сверхнадежен. Не знаю, на что вы там охотитесь. Но если только это не танк... Сайонара, крошка. Эй, показать тебе, как им пользоваться? Нет, спасибо. Я с ним знаком. Я тоже служил. Не врешь! Точно не врешь? Постой-ка, где ты был? Нормандия, а? Нет? Африка? Дай-ка угадаю. Операция «Хаски». Да? И в каком полку? 504-й парашютный. Хрена себе, ты десантник! Говорят, там жарко было. Ну, как сказать, не пикничок. Меня ранили и домой. А, награда есть? Да, пурпурное сердце и крест. Ого, ну надо же, крест! Я тебе скажу, их не раздавали, за что попало. Я был в Нормандии. Мы высадились на Юта-Бич. Тоже была совсем не прогулка, но... Я лез через забор на обратном пути и, надо же, оставил глаз на ветке. Ну, в общем, отвоевался и ладно. Слушай, мне правда пора. Ну, ладно. Эй, да, кстати, я Гарри. Я Вито. Рад знакомству, Вито. Правда, рад. Если понадобится оружие, ты знаешь, где искать. Ну, забирай. Надеюсь, ты на колесах, он тяжеловат. Удачи. Спасибо. Рад знакомству, Гарри. Пулемет в ящике. Боезапас в машине во дворе. 2000 патронов. Бери, все оплачено. Увидимся, Вита.
Откуда ты, Генри? Сицилии. Что привело тебя в Штаты? Муссолини. А что тебе билет купил? Не умничай, Джо. Мой отец был человеком чести. Когда Муссолини пришел к власти, дела пошли плохо. Отец понял, что или меня заберут в армию, или я сяду. Так что он отослал меня в Америку и пристроил у Клемента. А сам отец не поехал? Он сказал, что слишком стар. Фашисты его арестовали, и он умер в тюрьме. Они даже не вернули тело, чтобы мы могли его похоронить. Да, жестоко. А где ты так выучил английский? Вот они, черные машины. Вита, целься в Толстого. Сними его, пока он не добрался до здания. Готовься. Ладно, я готов. У них ладно. Пушки! Наш выход! У них пушки! Вон там, в том окне! Все готовы! Хватит уже палить! Я и так оглох наполовину! Я прикрою, Вита, вперед! Прикрой меня, Вита! Ну ты труп! Будь начеку, Вита! И это все, чем меня порадует? Кто-то попал. Сразу расхотелось с тобой ссориться. Живее, Вито, а то жердяй уйдет. Ты первый, Вито. Ты же у нас, блин, герой войны. Вперед, мы прикроем. Мы идем за тобой, жердяй. Прикрой меня, Вито. Прикрой, уйди. Ладно, Вито, поплыли. Стреляешь, как моя сестра. Сразу расхотелось с тобой ссориться. Давай, быстро, пошли! Выпустите меня! Эй! О, черт! Осторожно! Я захожу. Что такое было? Куда он попал? Ладно, Вита, поплыли. А теперь взять этот чертова клака, взять до хла. Кто-то пропадет. И это все, чем меня порадует? Кто-то попал. Ладно, Вита, пошел, пошел. Вита, погнали. Сразу расхотелось с тобой ссориться. Мы идем или как? Давай. Двигай. Прикрой меня, Вита. Я нарвался. В армии так научили.
Ладно, Витер, пошел, пошел! О, боже, нет! Я до тебя доберусь! Ладно, Витер, поплыли! И это все чем? Давай, жми кнопку, Вита. Ты что это творишь, а, Джо? Я пить хочу. Клевую выпивку попробуй. Идем на работе, да? Когда это ты стал ирландцем? Вот и они! Прикрой меня, Вита! У них своди! Будь начеку, Вита! Тут целый ад! Постой! Ты можешь? Прикрой, уйди! Живее! Свинка наверху! Не убивай! Не надо! У меня жена! Не надо! Раньше надо было думать о жене. Я что-то сделаю! Только не убивай! Ради бога! Привет от Дона Климена. Все! Все! Ах ты гнида позорная! Сука! Генри, ты в порядке? Ладно. Куда ранило? Ни черта, я, блин, не в порядке. Он простудил мне ногу. Боже. Ого, да тут все в кровище. Мне надо к Эль Греко. Это художник? Нет, блин, доктор. Ладно, потерпи, потерпи, довезем тебя в минуту. Грек, который в Хайбруке живет. Ну, Мадонна, ты тяжелее, чем кажешься. Урод жирный. Чуть яйца мне не отстрелило. Да ладно тебе, даже близко не попал. Давай, Вита, он... Эй, не осторожнее! Больно. Я не хочу умирать! Ну, не хочу сразу обижаться. Все гребаное заведение разваливается. Черт возьми, я знал. 13. Быстрее! Огонь распространяется. Ты вообще о чем, везунчик? Чертов ты! О,
хорош. Черт. Если я не доеду... Эй, не смей так говорить, приятель. Просто царапина. Доктор быстро тебя заштопает, а потом мы пойдем и напьемся. Нет, правда. Шшш, тебе нельзя говорить. Побереги силы. Я как-то видел это в кино. Да? И что стало с тем парнем в кино? Помер. Что, быстрее не может? Черт возьми, еду как могу. Значит, плохо можешь. Просто расслабься, а? У меня в ноге дырка с мяч для гольфа, а ты не расслабься. Вези меня к Эль Греко, мать твою. Так, парни, кто этот тип? Какой? Которому мы Генри везем. Эль Греко? Врач он. Ты ему баксы, он тебя штопает, и никаких вопросов. К нему ты идешь, когда тебе нельзя в больницу, гений. Не понимаю, чего в больницу-то не поеду? Потому что если ты припрешься в больницу с пулей, они сразу вызовут копов. Да, так что Эль Греко ребят вроде нас видит часто. Хотя тебе он вряд ли пригодится, Вита. На тебе все как на собаке заживает. Эй, Генри, ты не спишь? Не теряй сознание. Да. Потерпи немного. Мы будем у Эль Греко через минуту. Я уже чую аромат сувлаки. Господи, ты водишь хуже моей бабушки. Вита, дави на газ! Генри там потеет, как шлюха в церкви! Знаешь, что заставило бы меня ехать быстрее? Ты! Вы доктор Эль Греко? Нет. Художник, блин. Нашему другу нужна помощь, он истекает кровью. Спасибо, доктор. За нами должок. Несите его в дом. Элода! Стой. Деньги свои возьми. За работу, вот. Знаешь, это не к спеху, но спасибо. Эй, спасибо за все. Надеюсь, обойдется. Да, я тоже. Останусь здесь. Зайди потом ко мне. Ладно.
Вито, привет! Как дела? Не-не-не, я просто принес деньги отдать отцовский долг. Ой, Вито, это здорово. Я хотела сама как-нибудь расплатиться по частям. У меня есть немного. Он нас не убьет. Я бы не был так уверен, но это уже не важно. Вот, держи. Откуда у тебя столько денег, Вито? Ты ничего плохого не натворил, а? Не бойся, все в порядке. Спасибо, Вито. Спасибо. Не вопрос. Ладно, мне пора. Не хочу, чтобы меня видела мама. Тоже будет спрашивать, откуда деньги. Не бойся, я что-нибудь придумаю. Ладно. Поцелуй ее за меня, обязательно. Хорошо? Обязательно. Береги себя, Вито.
что делаешь?